вот такой вот лагерь. Вон там горы. И тут люди все собираются. Солнышко. Вот тут горки видно. Тут все наши сидят. Вся наша банда принимает важное решение, как жить дальше. Вот как-то так. Сейчас, потом. Вот так вот выглядит. Оттуда мы поднялись. Вот так выглядит ущелье, по которому поднимаемся на Чикет. Вот такая вот красота. Вон они, снежные вершины. Вот она, наша группа пилит. А вообще тут трафик достаточно напряженный. Всем привет. Вот он, Альбрус. За моей спиной. Вот. Все очень красиво. Это наш промежуточный привал. Вот такой вот обзор. Вот такая панорама. Здесь мы находимся. Поднялись мы вот оттуда. Километра. И вот он, Эльбрус. Вот он, Эльбрус, на который пойдем через 3 дня. Пока все хорошо. Ну вот мы и взяли высоту. Вот впереди, перед нами Эльбрус. Вот. Мы наша конечная точка маршрута. Вот здесь справа у нас есть так называемая Сабатория. Завтра мы должны подняться на нее уже с рюкзаками по 30-35 килограмм. Потом дневной переход через ледник, ночевка и выход на вершину. Дальше спускаемся вниз по тому склону. А сегодня мы налегке забрались. Ну, на трешечку. Мало того, мы сегодня сделали немножечко over the top, потому что конечная точка нашего маршрута вот там внизу, вот эта вот станция, последняя станция канатной дороги. Но тем не менее мы решили взять чуточку больше. Вот. Вот такая красота нас окружает. Начинали мы свой маршрут вот оттуда, от той дороги. Вот. И вот что мы видим вокруг. Красота, ветер свежайший, ощущения великолепные, пока никого не колбасит. Это стоило того, чтобы сюда зайти. Есть еще вершинка вот впереди, можно бы на нее ломануться. Вон даже наши парни туда пошли. Но я считаю, что это уже перебор. Вот он, наш сегодняшний подъем. Вот так вот мы идем снизу, вон она дорога. Вон наша группа стоит, синенькие маленькие человечки. Вот. А вот дальше, куда нам идти? Идти нам аж вот туда, вот на те камни, дальше за теми камнями. Вот там вот дети, о, эти облака. Там нас ждет Эльбрус. Вот, так что как-то вот так. Всем привет! Вот мы и дошли до нашей точки сегодняшней ночевки. Шикарное место. Вот такие вот пейзажи сзади. Вот, сейчас покажу, переставим. Такие вот пейзажи среди хребтов. Маленькая такая долинка. Вот, вот тут вот обсерватория рядышком. Вот туда стекает ручей. Вот они, хребты. С той стороны, которую мы вчера снимали. Вот это вот наша лощина. Вот такой вот ручей, в котором мы набираем воду специально для того, чтобы приготовить еду. И дальше этот ручей вытекает вон в озеро, на берегу которого мы разбили наш лагерь. Это наш лагерь. Вот так вот мы и стали. А сегодня была жопа.
Вот он, Эльбрус, на который мы пойдем послезавтра. А сегодня у нас прекрасное утро. 6 утра, солнышко. Ночью был небольшой дождь и страшный туман, чтобы было ничего не видно. Вот так вот мы живем. Вот такой вот пейзажик. Марсианский. Вот оттуда снизу мы вышли сегодня утром. И вот по таким камнепадикам спокойненько ползем. Проползли 45 минуток. 15 минут перерыв. Почти как на Марсе. А идти нам вот туда. Вот там, где вот этот вот пик, это и есть Эльбрус. Ну, а это наша банда вся. Нам не хватает, я по очереди. Видите? Это водопад 9 Пикоса. А что ты крутишь сюда? Макс! Ты крутишь? Сейчас посмотри, что ты там делаешь. Смотри, что ты крутишь. Такой вид с высоты 1460 метров на море. Вот. Мы идем оттуда примерно, вот с этих красивых заснеженных гор, вот из этой вот лощинки. Вот. Такая красота нас окружает. Вот мы еще взяли несколько соточек в гору. Вот, в целом такой вот шикарный вид открывается. Вот так вот. То есть мы сейчас на высоте около 4000 метров, где-то 3800 на ледовой базе, так называемой. Вот. А вот это наш Редисон Рояль пятизвездочный, в котором мы будем сегодня жить. А вот он, красавец Эльбрус, куда мы ломанемся на днях. Всем привет! Эльбрус. Какие у вас сейчас ощущения? Вот наш лагерь. Лёгкость. Горы вокруг. Высота 4100 метров. Ледник, по которому мы шли. У меня виски сдавливало и голова болела. Вот. А сейчас у меня прошло даже, знаешь, такое наркотическое. Я утром такое было. Там ты отдыхала всю ночь, проснулась. И вон там вершина Эльбруса. Снизу такой вот дымкой. Если снизу посмотреть, вершину не будет видно. Но мы залезли выше этой дымки, поднялись на высоту почти 5000 метров без малого. Вот. И сейчас будем здесь сидеть, курить бамбук, акклиматизироваться. Вот. А завтра вот пойдем вот туда. Такая вот перспектива.
идем на скалы Пастухова. Открывается вот такой шикарный, просто обалденный вид. Даже не передать словами. Еще три перехода. Что с тобой? А? Чей чьё? Вот это рассвет. Здесь я вижу, что ты помжба.